кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. 9 мая – День Победы. Мне кажется, если бы не этот день, то, возможно, я никогда бы не родился на свет. Для меня это великий праздник. Священный праздник для всей моей семьи, уверен, что и для ваших семей тоже. День Победы над фашизмом. День Победы разума над безумием. К сожалению, в этом году не будут проводить парады и празднования, но я хотел бы присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн» и упомянуть моего родственника, воевавшего в Великой Отечественной войне. Конопля Владимир Трофимович родился в селе Землянки, тогда еще Сталинской области, в 1925 году. Когда Владимиру стукнуло 16 лет, пришла война, и он бросил все и пошел защищать отчизну. Но ему не суждено было увидеть победу. 22 апреля 1945 года он погиб от пулевого ранения. Парню было 20 лет. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. С праздником, Днем Победы, с теплой памятью в сердцах.